вечер, беседка, блядь. Все в огонь. Все, заебись. Буду сидеть, мне похуй, не сдвинусь с места, буду раздетым поебать. Не вылезу отсюда вообще. Не-не, слушай, не вылезай, потому что, слушай, не-не-не. Потому что, смотри, мы в зоне, возможно, зона придет сюда сама. Блять, если она вот до конца на мне будет сужаться, я так проржусь вообще просто, блять, до конца. Ну это же идеально. Я даже боюсь двигаться, оставайся. Вот отвечаю, чтобы я не вытянула. Не-не, оставайся. Оставайся там. We can still hear you on the other TV. Заеби спавн. Люблю такой спавн. Ага. Клинок патрона. Асектант. Это через него, что ли, слышно все? Да. We got long ways to safety. Такое ощущение, что он сам с собой разговаривает. Мы с фоторежимом полетаем. Lots of good drugs. О, за стенку я вылетел. Наркоту нашел, чего, блин? А, я понял, что он делает. Ну, он типа, это, комментирует все, что находит. Потому что он ютубер. ХЗ. Мама, я в ютубе, да? Передаю всем привет. Видишь, он комментирует абсолютно все, все, что он делает. Ну, это очень странно. Ну, нравится, чувак, куча. Ну, не просто так делать. Короче. По-любому будем заставить. Короче, это. Ха, да и пофигу. Need to start heading towards the safe zone. У меня беда, у меня ничего нормального, по сути, короче, нету. И если меня кто сейчас найдет, мне хана. Оставь, брось меня. В смысле, брось меня, и как бы вообще-то, если что, мы в этой зоне. Не, ну я сгоняю еще в одно местечко, а так. You have a combat rifle. I see. Это он сейчас спросил или уточнил? Yeah, I'm running it. I'm angling, so we meet up. Еще можно было чуваку по карте вот так вот видеть всех? Ага. I'm up above the houses now. Я уши оторвал своего чуваку. Чего? Я уши оторвал. В смысле уши оторвал? Ну ты только шевелишь камеры, у него то волосы появляются, то башка пропадает. Слушай, короче, я его сейчас это мутану, потому что это бесит. Да, да, рядом со мной. Я сам себя слышу. Это я. А, прикольно, я его мутануть не могу, прикинь. А, все, мутанул нормально. О, наконец-то, то я уже задолбался. Это я рядом с тобой. Но это не точно. Почему я тебя так вот не вижу, когда ты вдалеке? Ник твой вижу, что ты там бегаешь, а тебя самого нет. Ага.
О, оранжевый, ну пожалуйста, пусть что-нибудь. Карабин гуся, серьезно. Пипец, карабин гуся, ну блин, ну за что? Это ты там сейчас бил кого-то? Да. Слушай, ты можешь так на себя, короче, внимание отвлекать. Была бы у меня снайперка, я бы сейчас где-нибудь тут засел. Вот и они бы к тебе, типа, подбегали, знаешь, посмотреть, что там за фигня. А я бы их раз, аж хедшот, раз, хедшот. Нормально, боин был бы, да. О, кто-то прыгает. Ну-ну. А это ты. Это я. Заебал от хуй-то. А я хз, у меня ни хрена нормального, короче, нет. И, скорее всего, сейчас зона будет двигаться дальше. Но если она будет двигаться дальше, мне кажется, мы можем выходить, потому что, ну, а что нам здесь, типа, делать? Если зона будет не на нас, конечно. Я слышу, там бои вовсю хреначат. Да не, все. Ладно, давай, короче, хрен с ним выходить. Как тут ливнуть-то можно, ё-моё? Бляй, подожди. Я хочу посмотреть, как зона будет херачиться, блядь, через стены. Да так же. Типа она нас. Ну я пошел тогда. Я пойду тогда к ним подыхать. Вот. Они там стреляются. Хотим помогу чуть-чуть. Чё, хренакс хэдшот? Помог. Ну то, что у меня ни хрена, у меня только лазерка, короче, и больше ничего нет. Чё, если ты лазерка сделал? Всех там-то. И всё. И всё. Просто будет очень смешно, если зона сюда не пройдет. Ну да. Я так с этого. Тебя уже никто. Я так с этого угорну. Тебя уже никто не убьет тогда. Да тебя тупо не. А даже если добегут, ничего не сделают. Но ржака будет еще та, да. Вот они бегут прямо по дороге. Блин, они типа себя показывают. Вот эта вот ошибочка. Ебать там пожар, это зона, блядь. Кто детям спички дал, бля? Ну блин, хз, если там кто-то сейчас сидит со снайперкой или с самодельным, мне сразу же хана. Слушай, что я им, блин, сделаю? А там сто пудов с этими всеми и сидят. Или сейчас вообще бомбу сюда кинут, и вообще идеально будет. Слушай, если... Если сейчас в зону, в круг, этот в маленький круг кинут бомбы и реально все сдохнут, ты один останешься. Вот это будет эпик. Так, ну теперь сейчас мы узнаем. Как же это опасно, пипец. Зона движется, я ее вижу. Ну, короче, если сейчас помрешь, я тогда побегу тупо вперед, значит, напролом.
Если что найду, хорошо, если ничего не найду. Я зона зашла сюда. Я горю. Ну да, я вижу, что тебя убивает. Ну мне похуй, я тут загорю. А я слышу, как там мочится.